Так. Ну вот сегодня голуби опять полетели. Не хотел гонять их. Сами почему-то сорвались. На крыше накупались. Половина мокрые. Даже те, которые и не должны лететь, полетели чуть-чуть. Вот белый негодяй этот с зеленым хвостом. Как бы они и не хотят особо летать. Белый играет. Не вижу. Вот он тянет, вот молодец. Вон там этот дурак оторвался с подперенным хвостом. У него дети тоже мокрые. Вон он пошел играет. Я его давно не трогал, этого голуба. Наверное, месяц сидел он мокрый. Снег с крыши тает. Вот они рванули. Вон он. Какие зехиря вытворяет. Вот он мраморный. Играет. Вон он потянул. Эх, не успеваю я. Надо тогда одного его снимать. Вот он, еще один мраморный. Вроде бы играет. Эх. Солнце еще светит в глаза. Вот так вот. Кто-то играет, кто-то нет. Черные два. Ух! Вот они как дикарят, прям понад крышами. Вот что-то боятся. Вот он. Мой барабанщик играет. Вон зычи, дикари прям несутся. Голуби сильно дикарят. Вот он, эх. Не успеваю я его снимать, именно показать, как вот голубь играет. Как бы, ну, ничего и не покажу. О, голуби попадали. Все попадали со страху. Боятся все. Вот он, вот он. Эх. Голубь хорошо выходит в столб и играет. Вот он пошел. Молодец. Так, ну по-моему, два штуки наверху, а два штуки у меня, кажется, покрылись в облаках. Вот они дикарят. Летает. Вот этот белый не пошел. Двое падают. Два черных падают. Так, а двое. Двое, по-моему, покрылись. Вот он белый. Стал
забиваться. Вот над ним этот. Вот он. Белый потихоньку убивается. Так, вот черный один опустился. И вот этот вот, вот он пошел. Вот так. Молодец. Этот голубь молодец. Масть у него как бы никакая, но родители ему по крови дали. Правда, изначально он у меня стал забиваться, вот пришлось подпереть хвост. Он чуть-чуть пересидел, ну где-то около недели пересидел, может чуть больше. Голубь потом пошел в лед. Потом его бедолагу капец гнал до самой земли. Он успел соскочить. Вот он, вот он, вот он. Не вижу, снимаю, нет. А он там черный. Точно так же тарахтит. По черным именно голуба у меня. Они молодцы. Вот с синим кольцом, с красным кольцом. Вот оно. Давай уже садись. Вот черный что-то походу там стал забиваться. Тут вон и пескунята повылетали. Первый раз на крышу накупались. В общем, все. Снег тает. Где-то они на крыше нашли лужу. В общем, все мокрые. Вот он черный. Не вижу я. Снимаю его. Нет. Это в экране особо не видно. Вот он. Давай. Все. Полетал, молодец. Опа. Мимо. Мимо. Ну, я же говорю, вот они. Половина голубей. Все мокрые. Так, ну вот. А двое. Двое. Сейчас я камеру как бы вниз настрою. Вот они. Уже с облаков вывалились. Двое. Как показать, даже не знаю, летают в разброс. Вот сейчас приближу, вот на всю, вот на него направляю, вот на под облаками уже. Вот он один, это видимо чернорябый, вот мотается. Он что-то даже там пытается. И белый какой-то, белый, это наверное вот этот с зеленым хвостом, может быть и он космонавт. Вот я на него направляю, не знаю, снимаю, нет. Так, ну надо чуть-чуть подождать. Видимо, может быть, что такой-нибудь воробьятник по низам прошел. Я слышу, что голуби взлетели. Вот вышел и пришлось снимать сегодня, как бы и не думал их трогать, гонять. Ну и как бы и ролик не думал снимать, просто открыл их с утра. Обещали солнце с утра, но его как бы и не было. Вот ближе к обеду чуть-чуть вот солнышко пробилось, и они начали купаться. Я их и не трогал, потому что все, в принципе, мокрые. Вот как мне говорят, вот для чего коробка, вот как бы объяснить, коробка вот чтобы из этого люка голуби из вольера выскочили, куда вот они сейчас на данный момент заходят, выходят. Вот они не все выходят, вот выйдут единицы, а погнать хочется и других, поэтому в общем ловлю тех, кого буду гнать в коробочку, и из коробки
выношу вот сюда вот на крышу, выхожу, там вот у меня дверь еще с вольера, выхожу и выпускаю. Вот. А так вот туда дальше, вот как получится, я думаю, через месяц, вот в апреле, как и говорил, вот будет, наверное, у меня отпуск, и крышу полностью с вольера, вот эту сетку сниму, и голуби уже будут свободно. Зашел в голубятню, выгнал их всех, и они выскочили, а то мотаются по вольеру. Некоторые вылетают в эту, ну, 90% нет. Мотаются туда-сюда, не выходят наверх. А без крыши они все наверх, и все. Как бы так. Дальше буду уже гонять остальных, ну, как бы всех. Как получится. Так, ну, эти вот один, вот он мотается, вот сейчас приближу. Не вижу, снимаю. Один вот он идет. То ли это дикорябая голубка, то ли которую рвал капец, то ли это чернорябый голубь, не знаю. И белый еще сбоку тоже мотается. В общем, тяжело мне их поймать, они вот мотаются оба. Скорее всего, это чернорябы. Один сидит здесь, да, вот этот вот с краю, второй вот с мраморным, это вот скорее всего это, а нет, их двое здесь, и отец, и сын, один с одного края, или нет, это голубка из-под черных, вот такую выплюнули, значит, скорее всего там чернорябы будет, какой-то белый. В общем, вылезли покупаться, и в общем, кто-то их напугал. Прервали они водные процедуры свои. Вот они уже, вот сейчас прибавлю, вот они оба опускаются. Вон он белый потянул, играет. И тот, и чернорябы. Или это даже не чернорябы, похоже на мою рваную голубку. Вот они. Вот она, голубочка вроде будет. Кажется, это она тянет, вот играет. А может, это и мраморный какой-то. Сейчас опустятся. Плохо мне видно. Высоко они еще. Ладно, сейчас чуть-чуть подожду, как приопустятся. Уже будет видно, что это за космонавты сдернули так наверх. Вот принудительно не гонял, даже ни удочку не брал, ничего. Вот полетели. Вот он мой, этот дикорябы, идет уже в вольер. У него птенцы, как бы я не трогаю, с белястой голубкой. Ну, дал тоже каких-то рябышей. Ну, как бы по игре, и голубка выходит в столб. Играет голубка даже лучше, чем белястый, вот это сын. Вот голубка резче выход на столб и играет. Ну, посмотрим, если выживут птенцы, значит, будем смотреть на них. Так, ну вот они сейчас приближу. Ну, как бы они не хотят, вот на одной высоте мотаются, я не вижу, берет камера, их нет. В смысле, она их берет, а вот я в телефоне не вижу. Вроде бы вот они обе мотаются, но никак не опустятся еще. Ладно, сейчас пока тогда поставлю на паузу, немножко подожду, когда они вниз приопустятся, посмотрю, что это и что. Так, ну, в общем, жду, думаю, телефон может сесть, экран постоянно включенный. Эти вроде бы приопустились, две заразы. В общем, летает одна голубка,
белая, помазанная красным под крыльями. И летает, вот как я и говорил, дикорябая голубочка моя, которую капец рвал. Вот она летает. Вот, а остальные вот они здесь вот все буксуют. Уже несколько на крышу, кто-то спустился уже в вольер. А эти куда-то исчезли опять. Вроде бы поднимались еще выше, и куда-то вот, не знаю, сейчас еще поставлю на паузу, еще чуть-чуть подожду, пока не сдох аккумулятор. В общем, куда-то они умотали обе. Так, а вот он, сокол тетеревятник, вот этот, вот он подошел, вот сейчас я его снимаю, вот он зычей нагнал дикарей, вот он крутится. Эти поднимаются наверх, вот он пошел, я не вижу его, снимаю, нет. Вот то-то и исчезли обе мои голубки, куда-то они, наверное, полетели в космос. Вот, а дикари летают прямо рядом с ним. Он набирает высоту, я не вижу, правда, вот прям против солнца снимаю, в экране мне темно. Вот. Я думаю, вот я прям на него направляю. Вот он, этот рябыш, тетеревятник. Ну, я не думаю. Ну, сверху, может быть, он и догонит. Но даже не знаю. Но он поднимается, набирает высоту. Вон он, гад. Пошел куда-то в сторону. Вот прям я напротив, на солнце снимаю. Вот он идет. Вот он крутится здесь. Видимо, он видит. Две голубки мои умотали куда-то. Вон он. Прям на солнце, правда, снимаю. Не знаю, будет видно, не будет. Но он набирает высоту. Сокол набирает высоту и по кругу идет. Вот. Вот он, гаденыш. Пошел. На кого-то пошел. А на кого, даже не знаю. Уже вниз туда уходит. Ладно, я думаю, снимаю чистое небо, вам ничего не покажу. В общем, двух голубок нету пока. Буду ждать, откуда он нарисовался. Тоже я даже и не видел. Увидел, что две голубки пропали, начали набирать высоту и куда-то ушли вверх и в сторону. С круга ушли совсем. Ну, пока поставлю на паузу, буду ждать. Если появится, тогда покажу. Лишь бы аккумулятор не сдох на телефоне. Так, ну вот, вывалились они из облаков. Вот она белая. Я не знаю, возьму я ее, нет. Вот она спускается. Она ниже летит. А над ней дикорябая голубка, в общем. Ждал, в общем, дождался. Вот они, обе голубки. Это белая очень сильно как бы дикорит. И быстро-быстро падает. И это тоже, вот она аж складывается. Вот она, дикорябая. Эх. Вот белая начала играть. И дикорябая. В общем, обе голубки молодцы. Вот они обе. Дикорябая торопится. Не вижу я. Снимаю ее. Нет. Так, что-то камера. Так. Вот они обе. Здесь. Блин. Солнце при съемке. Как бы. Не вижу даже. Вот она белая играет. И дикорябая тоже. Как белая, так и дикорябая начинает. Но белая, в принципе, как и говорил, она внизу практически не играет, только лишь наверху. Сейчас так чуть удалю. Молодцы. Две голубки резко оборвались и ушли
в облака. В общем, рябыш полетел дальше себе искать. Вот как я заметил, вот бывают бакинцы. Вот брал, вот как бы, не знаю, как люди говорят, краснодарская кровь замешана, большие, длинноносые. Ну, в общем, такие голуби, вот в прошлый раз, когда гонял, когда бил вот сапсан, потом налетел на антенну у меня вот этот сокол, тетеревятник. Вот они опять две заразы поднимаются, опять набирают высоту. Вот она дикорябая. В одну сторону, белая в другую. Вот. Что хотел сказать. Вот бывают бакинцы, они большие. Вот в прошлый раз все-таки у меня забрал одного белого здорового голуба. Вот отец его сидит здесь. А голуб молодой, он был настолько здоровый. Ну и уже играл. Ну игра как бы стоит и бьет. Вот он столб не тянет, я не знаю почему, из-за своей массы, из-за своего телосложения. В общем, игра красивая, но в общем рябыш его и забрал в прошлый раз. Я его даже не видел, я снимал как раз, когда бил сапсан, не помню какого числа это было, вот их два штуки налетело, я как бы на сапсану отвлекался. А этот голубь пропал, молодой, белый. Вот они, вот две заразы, мотаются, никак не сядут. То вроде бы опустятся, то опять высоту набирают. Вот. Вот они. И вот как бы я по своим наблюдениям, вот чем меньше голуб, мелкий такой вот бакинец, как раньше были, вот белые старотипные, голова круглая, все. Вот он более, если тем более голуб летный, вот этот рябыш, ему сокол, тетеревятник, этот, как их называют еще, воровайка, с крыши он может спотишка забрать. Ну а когда голуб летает, ну как бы там процентов 90, что такого голуба вот этот не сможет забрать сокол. Я не говорю за сапсана, сапсан, особенно самец, самка вот более неповоротливая, она с одного захода, если не смогла, ну заходила несколько раз, ну голуби как бы уворачиваются. Вот самец, этот зараза более юркий, вертлявый, вот он и поменьше как бы достает голуба, особенно когда загоняет голубей наверх, стаю загоняет. Ну вот, и потом отходит в сторону и начинает атаку. Вот и голуб как бы только какой-нибудь, как назвать, вот фин вправо, влево, если он сделает, сможет уйти, уйдет, а так без вариантов. А эти две заразы, вот они опять поднимаются, вот никак они, вот что белое, что то, опять набирают высоту, туда-сюда, туда-сюда, никак не налетаются, привлекают к себе внимание. Ну пусть летают. Главное, что они уже вот как бы здесь вот внизу мотаются. Может, сейчас и сядут. Эти тоже не слетают, сидят. Ну, как бы вот так. И сегодня тоже полетали. Сегодня я как бы дал им просто свободу, чтобы они погуляли. Они вон накупались. Ну и немножко полетали. Это не факт, что еще опять их что-то не спугнет, и они опять не пойдут в лед. Вот так вот было, что голуби открыты, и вот она белая. Эх, не, не, белая внизу не играет, вот и дикорябая. У нее хвост стал линять,
общипанный такой. Вот она, все. Молодцы, две голубки сели. Все. Ну как бы, я думаю, все дома. Ну, вот такое вот видео. Ладно. Всем удачи. Так, сегодня у нас это 3 марта. Вот они накупались, налетались чуть-чуть. Кто-то полетал, кто-то нет. Вот такие вот дела. Ладно, всем удачи. Всем пока.